Сижу, загружаю видео об одной встрече на днях. Женщина, которая в центре города работает сама по себе на стоянке, указывает, помогает машинам быстрее припарковаться. Ну и за это ей там иногда дают деньги, иногда даже не дают. И вот эта вот встреча, которую мне удалось записать, ну она была и не против, она, этот человек, насколько доброта у нее в глазах, насколько она, завязалась беседа у нас очень просто, она сидит, кушает пирожок, а я говорю, ну, молчу-молчу, а потом говорю, вкусный пирожок? Она говорит, да, очень. Я говорю, каждый день покупаю. Ну, и у меня как-то, думаю, как это она, думаю, наверное, она живет в центре. Потом она говорит, хотите, я вам дам 4,50, 4 гривны 50 копеек, и вы пойдете и купите себе пирожок. Я говорю, спасибо, я могу пить, но я не хочу. Пирожок жарен в масле, ну, неважно. Она говорит, очень, я говорю, очень вкусный. Я, говорит, люблю с капустой. Ну, вот так завязалась беседа. Она сидит, кушает сама, кормит вокруг себя голубей. Что там бросает ей им по чуть-чуть крошки. Вот. И вот так сейчас я смотрю это видео, загружаю, вернее, это видео на... себе на канал, ну еще не на канал, а вот кто как бы не знает, то вот так есть такая программа у меня, Pinnacle Studio. Вот, и вот сейчас идет уже, состоит из трех частей, я ее, эту программу, это загружаю. И сейчас, наверное, вот эту еще загрузку дозагружу сюда же. На солнышке так тепло. А я не знала, что здесь вот так это, что это все охраняется и что здесь надо парковка должна быть. Охраняется тоже. Ну вы, наверное, недалеко же живете, да? Не, по Роза Люксембург. Берите пару. Не хочу ни грамма. Нет, спасибо большое. Не хочу. Я девочку, женщину поджидаю. Так просто сижу уже на солнышке, себе смотрю. Так что получается, что в наше время тоже можно заработать деньги даже таким простым способом, да, даже несмотря на какой возраст. Это что-то вас... Я не хочу, спасибо. Возьмите, я прошу вас, возьмите, пожалуйста. Ну, спасибо большое. И выпейте, или сейчас спасибо покушайте. Большое. Да. Да я не хочу, да. Спасибо большое. Вы же это... Вы же сами по себе вот начали так работать, да? Как да, вас зовут? Да, это мне подсказали. А как вас зовут? Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. А вас как? Люба Васильевна. Ну, молодец, Валентина Ивановна, правильно. И давно вы же так работаете, да? Да, уже полгода, наверное. И вот эту зиму вы здесь простояли так, да? Да, да. И по сколько часов? Вчера день рождения был. У вас? И сколько же вам лет, если не секрет? А? Сколько же вам лет, если не секрет? Пошел 8-й десяток. Угу. То есть было 79? Не, было 70. 78, стало 79. А, 79, 8-й десяток. Ну понятно, 8-й десяток. Пошел 8-й десяток. Не, ну это не 8-й десяток. Это получается, если, например, говорят 70, а пошел в 71-й год, значит уже 8-й десяток. А у вас 78, пошел 79-й год, да? Да, пошел 80-й. 80-й уже. А, 70, да. Да, я поняла, да. Ну, молодец вы. Так и держать, так и надо, правильно? У вас же дети, внуки есть, да? Правнуки даже. Правнуки есть. 15 лет, 9 класс, года, деньги надо. Завтра придет 100 рублей, да. Угу. Каждые 10 дней 100 рублей ему дают. Каждый день, да? Каждые 10 дней, да? Да. Каждые 10 дней. А сколько же у вас получается в среднем, например, в день? Или по-разному? Хорошо получается. Хорошо получается? Да. Больше, во всяком случае, чем пенсию государство дает, да? Да, почти так.
Угу. Да. Это хорошо, что вы дома не сидите, не ругаете государство. Нашли себе чем заняться в центре города, среди людей, правильно? Это даже очень хорошо. Да. Для всего, для... Бегайте еще сюда, пусть тетечка, садитесь. Присаживайтесь. Ну, смотря кто как, видите, находит себе место в этой жизни. Фотографируете, да? Вы меня фотографировали? А что, нельзя? Можно. Можно, я же вижу, что вы открытый такой человек. Да, да, да. Угу. На следующий раз фотографию дадите или у вас лента? Это видеосъемка. А-а-а. Это видео. Я в интернете могу там поставить. Сказать, лучшие женщины Черкащины. А что, нет, Валентина Ивановна? Лучшие. Лучшие, потому что нашли себя в этой жизни, правильно? Рядом контраст. Тоже и такие люди. Ну вот представляете, вот эта вот стоянка, оказывается, она, ну, платная, не платная, ну, платная получается, потому что это Валентина Ивановна, она стоит вот там, где она там стоит, и показывает машинам, где ей машине стать. И ей за это платят то 2, то 5 гривен. Она говорит, бывает, что ничего не платят. Есть постоянные стоянки, то есть на целый месяц, а там 300 с чем-то гривен, кто-то другой берет эти деньги. А так она 79-й год пошел, и она уже полгода так работает, сама себе нашла работу. Скажите, пожалуйста, мне такая фраза пришла в голову, говорят, нарочно не придумаешь, да? Ой, ну вот это ж, ну это ж надо, да? Вот так, в центре города, как надо, где зарабатывать деньги 18-летним, 80-летним. Говорит, помогаю внукам, правнукам, даю деньги. Вот видите, даже денежку подсчитывают. Дай Бог ей здоровья таким людям. Я такими людьми восхищаюсь.